Мальчишки, девчонки, тети, дяди и даже бабушки и дедушки. Шахматы поистине уникальная игра, способная объединить людей абсолютно разных поколений. Теперь заниматься этим видом спорта можно в новом центре, который открылся в 21-м микрорайоне. Подарок жителям сделал член палаты ремесел Республики Татарстан Раиль Аслямов. Это же хорошая, грамотная игра. Я в детстве с папой играл. Думать наперед. Это и в жизни же так. Надо все сейчас в жизни думать наперед. Я очень рад, мне очень приятно. Моя душа идет впереди меня. Мне нравится, что я делаю. Я просто очень рад. Такой композиции нет не только в Нижнекамске, но и во всем Татарстане. Столы, стулья, шахматные фигуры – все сделано вручную. Их автор Фернат Халилулин. По словам казанского мастера, на реализацию идеи ушло 4 месяца. Самое главное, меня удивило то, что он меня не видел. Мы друг друга не знаем, мы знаем только по телефону, по скайпу, как говорится. И мы смогли договориться и прийти к общему решению. Ну и в итоге мы создали эту работу. Здесь же в клубе открывается и секция бокса. Занятие будет вести Рамиль Ибрагимов. У него большой опыт работы, сейчас идет запись детей. Возрастная категория от 7 до 9 лет. А вот занятия по шахматам будут проходить 3 раза в неделю по 1,5 часа. Все бесплатно. Я был впечатлен, когда увидел то, что все эти шахматы ручной работы. У руководителя клуба Раиля Аслямова большие планы. В дальнейшем хочет организовать для детей занятия по безопасности. Для этого пригласить пожарных, ученых, работников лесного хозяйства и инспекторов ГИБДД. Александр Халин, Альбина Валиева, Булат Абдульманов. Новости НТР.